Оцени стримера по 10-бальной. Это один из его первых стримов. Он тут не продажный особо пока, но в дальнейшем все его принципы рухнут, как Римская империя. Но обосновать ты ничего из этого, конечно же, не сможешь, потому что ты ебаный гандон. Первый стрим папича, первый стрим по Доте 2. Тут даже не видно, что это я. Первый мой стрим по Доте 2. Ты уверен, что первый? Потому что мой первый был на OVNO TV. Это точно не мой первый. Играть? Один на один на, этом, на Дизарде. И, разумеется, я Леоном сделал ФБ на шестом уровне, правильно? По-моему, ты пропустил. Хуёвый импейл, даже крипа не добил. Второго тоже. Я ни одного крипа не добил! Я на дне. На дне реально, океана. На дне океана, блядь. Как можно было там ни одного крипа не добить? Хоть за Denial. Хоть за Denial. Ура. Ура. Блин, как? Как это возможно? Я знаю, что он говорит. Нормально. Хоть так. Ну, он тоже не добил. Да, ну крипов мало добил. Лучше. Слишком поздний ботл. Далеко не факт, что я выиграю на шестом, кстати. 28 минут. А, да, я не выиграю на шестом. Нормально. Это надолго, пиздец. Найс! Nice. Это найс, nice, гайс. Не попал, не попал. Ну, это явно не первая игра моя. Точно не первая игра. О! В смысле, не первый стрим. Не первый стрим, получит 2. Ну, этого невозможно, ну, в принципе, было добить. Пока... Так, я прокачаю Манадрей на второй левел. Это правильно, потому что смысл с импейла, если его не убить. Не попал, не попал. Что мне пока нравится в этой игре, то что я дожу хорошо эти драгонслейвы. А тут не задоджил. Хотя я не ожидал, что он будет его делать на последнюю ману. Так, ну мы не будем ждать 28 минут? Давай, не бью крипа. Но попробую тебя этого добить. Ну там сложно, но мне вообще никак, да. Сложно. Никак. Это походу какая-то пиздец потная игра, 28 минут. Надолго. Тут не задолжил до конца. Печально. Что я плохо играю, если честно. Не очень хорошо. Не, ну на крипа там не повезло, я его не мог добить. Этого она заденайла, я его не мог добить. Этого я, по идее, мог добить, да. Но не справился. Ебать, вообще хуёво. Надо у него ману, а не мана нет, у него пока. Неудивительно, что игра 28 минут, когда я столько крипов проебал. Хоть этого добей. Бля. Пиздец. Это печаль. Она ещё и потеет, походу, там чел старается. Импейл хоть попал по ней, вроде, да. А как тут? Such strength is mine. Да, это так, сложно. Курочку надо послать. Но она уже подходить не может, потому что у нее ману забирают. У нее ману забирают. Есть, окей. А почему только что ману не выпил? Подождите, почему ману не выпил? Что за хуйня? Дал ей сделать бесплатно скилл. Oh, yes. Я так понимаю, тут выиграю, убив башню. Потому Пал. Что я ее не убью на шестом уровне никак уже. Не добил. Пиздец, у меня хуёвый фарм. Работал. Нет, только ботал и... Наконец-то! Сейчас сапог будет. Да, только залетел. Что по будущему контенту? Я не хотел аук, потому что какое-то говно, как обычно, выиграет. Я хотел либо Space Marines 2, либо RPG Талматургия. Одно из двух. Но походу будет Space Marines 2. Я сделал голосование из тех двух игр, которые я не против поиграть. Думаю, будет Space Marines 2, попробуем хотя бы один стрим. Там посмотрим. Может, мне не понравится. Два крипасика взял, нормально. Why not? На самом деле, на шестом можно было ульту не качать. Насколько я понимаю, у нее должно быть там дохуя хп, из-за того, что она крипов добивала достаточно много. Это странный импейл, я бы и так... Да, покачаю, наверное, на третий левел. Какой у нее инвентарь? Какие у нее итемы? Не мое.
Мне кажется, там брейсеры должны быть по-любому. Ну, моё! Ой, варда решил купить. Не, какой-то сейчас будет пушить мне вышку. Это говно. Наконец-то! Оцени видосик. Мне кажется, ща. Очень плохо. Дайте я посмотрю, как я выиграл. Я должен был выиграть с помощью, по-любому, с помощью... Надо будет подходить. Пуша вышки, потому что... Какие у нее итемы? Я рискнул. Что у нее? Я явно не могу убить, если я даже не пытаюсь. Да, что-то у меня игра не идет. Какие у нее итемы? У нее два брейсера 100%. Бля, она заебала крипот убивать. Да, брейсер и Next. Второй собирает брейсер. Надо, да, надо на него ману жрать. Два брейсера, стик. Я ее хуй убью. И попал! Не могу бесконечно высасывать ману у нее. Yes. Ну рано или поздно хорошая Лина, очевидно, просто соберется в дэмэдж и будет на похуй меня бить, когда я ману высасываю. Тут, наверное, эта игра так и закончится. Она будет в дэмэдж собираться, а я вышку вынесу. Потому что тут иначе закончиться не может. Из того, что я вижу. Короче, понятно. Перемотаю уже наконец. Надо базилию забрать. Наконец-то! У меня худ. Папань, если нравится Лоук Нектари, чек не Рейнич, самый живой мир со времен космических рейнджеров. Вся живность занимается своими делами независимо от игрока. Да, сейчас без крипов, потому что... Я собираю некро, судя по всему. Минуты. Да, некро собираю, сейчас вынесу вышку. Ну, мало нету. Я могу ее убить? Я ут оставлю все-таки, на всякий случай. По-моему, я ее мог убить? Я не вижу, сколько хп. Надо ману выпить, чтобы он не закастовал. Хп упадает. А, ну все, я выиграл. Это конец. Nice impale. Я выиграл, просто убью вышку. Там игра шла до first blood, либо до первой вышки. Есть, все. Все, я выиграл. Найс! Эпик хуйня. Так, что, зависло? Ну я что-то слабо играл. Да, победитель определён. Поздравляем. Победа есть победа, бля. Так. Все его принципы рухнут, как Римская империя. Какие принципы мои рухли, неизвестно.